Хотите светофор? Ну идемте, сейчас покажу. Привет, дорогие друзья! Вы на канале Панорама ТВ. Меня зовут Татьяна. Я очень рада, что вы сегодня со мной. И у меня огромная к вам просьба оставить под этим видео комментарий любой. Хотя бы пришлите мне просто смайлик. И не забывайте поставить лайк, либо дизлайк, кому как нравится. И подпишитесь на канал, тот, кто еще не подписан. Мне очень важна ваша поддержка. Для любителей дачи и природы в светофор можно купить портативную газовую плиту. Она работает от одноразовых сменных баллонов картриджей. Дополнена пьезоподжигом. Имеет защиту от утечки газа. Удобная и компактная, стоит 399 рублей. И еще товар, который прекрасно подойдет для дачи и пикника. Скатерть из поливинилхлорида. Размер 480 на 955 мм. Скатерть двухсторонняя, представлена в ассортименте. И посмотрите, рисунок на них уже с августовскими и осенними нотками. И вполне актуален к сегодняшнему времени года. Стоит 56,60. Набор стаканов 6 штук, палитра декор, изготовленный из натрий-кальций-силикатного стекла. Изготовитель гусь хрустальный. Стаканы имеют цветные донышки разного цвета. Объем 250 мл. Внешняя поверхность рифленая, смотрятся очень хорошо. Красиво переливаются и сверкают. Цена 201 рубль. Блюдо сервировочное из опалового стекла, диаметр 32 см. Изготовитель Luminarc, Франция. Отлично подойдет для подачи бутербродов и других закусок. 217 рублей. И этого же производителя есть еще блюдо овальное, размер 29 на 21 сантиметр, 164 рубля. Тарелка для подачи порционной выпечки диаметром 19 сантиметров, 71 рубль. И такая еще посуда из опалового стекла, производитель Франция, Аркапел. Диаметр 18 сантиметров, 97,30. И глубокая тарелка диаметром 20 сантиметров, стоит 97 рублей, но с ценниками не совсем понятно, возможно, неточные. И смотрите, какая шикарная форма для запекания. Ее размер 400 на 250, высота бортика 60 мм. Выдерживает температуру от минус 40 до плюс 300 градусов Цельсия. Подходит для микроволновки, и ее можно мыть в посудомоечной машине. Дополнена удобными рифленными ручками. Изготовитель Турция, Паша Бахче. Цена 509 рублей. Друзья, сегодня хочу поделиться своим мнением о покупке парфюма на сайте PD Paris. На этом сайте можно приобрести аналог ароматов известных брендов. De Paris – это сертифицированная парфюмерия, которая не вызывает аллергии, и в ее состав входят только натуральные ингредиенты. Парфюм представлен в фирменном лаконичном флаконе, поскольку компания делает акцент именно на содержании и на качестве самого парфюма. И мне понравилось, что на сайте флаконы указаны известных брендов, и по ним легко сориентироваться и понять, какой парфюм максимально точно будет похож именно на ваш аромат. Флаконы на сайте представлены в трех объемах – 30, 50 и 100 мл. 30 я не заказывала, я заказала 50 и 100. На сайте указана цена на парфюм в пластиковом флаконе, но можно его приобрести и в стеклянном. Об этом необходимо сообщить менеджеру, который вам позвонит после того, как вы оформите заказ на сайте. Доплата за стеклянный флакон 300 рублей. И для себя я приобрела два аромата в пластиковой упаковке и два в стеклянной. В пластиковой упаковке мне понравилось, что они очень легкие, можно положить в сумочку и взять с собой на работу, либо в поездку. Оплату можно произвести при получении заказа. Также можно оплатить сразу при оформлении. Если вы оплачиваете сразу, то компания делает вам подарок. Один аромат объемом 30 мл. Но эта акция действует только при покупке двух парфюмов. И еще имейте в виду, что при покупке трех ароматов четвертый будет в подарок. И при покупке от 3000 рублей доставка бесплатная за счет компании. Я попробовала все ароматы, мне они понравились. Они достаточно стойкие. Конечно, не 100% попадания в оригинал, но тем не менее, это отличная альтернатива дорогим брендам. Ссылку на сайт PD Paris я оставила в описании под этим видео. Плед ивановского производителя Tex Republic. Размер 150 на 200 сантиметров. Изготовлен из полиэстера. Устойчивость окраски 4 балла.
На ощупь мягкий, приятный. На выбор 4 варианта расцветок. Стоит 669 рублей. Скотч хозяйственный, прозрачный. Ширина 48 мм, длина 66 метров. Толщина 38 микрон. Стоит 40 рублей. И посмотрите, какой огромный автомобиль. Детская игрушка «Самосвал», предназначена для детей от 3 лет. Изготовлена из полипропилена. Изготовитель «Россия», Ростовская область. Стоит 200 рублей. И также товар для детей. Подгузники, трусики детские. Тето. В упаковке 22 штуки. Размер L. Подходит для детей весом от 9 до 14 килограммов. Их характеристика. Они имеют эластичный пояс. Фильтр от запаха, содержит экстракт рапсовых семян, дополнена манжетой от протекания, имеет индикатор влаги. Изготовитель КНР 258 рублей. Стеллаж угловой, четырехъярусный, размер 120 на 35 на 35 сантиметров. Стеллаж состоит из складного основания, четырех ярусов и фиксирующей рамки. Сдерживает нагрузку до 20 килограммов. Сделан в России, стоит 1125,50. Набор мочалок металлических, 6 штук. Подходят для мытья посуды и других предметов домашнего обихода. А также подходят для очистки овощей. Изготовлены из оцинкованной стали, изготовитель город Ростов-на-Дону. Пишите, пожалуйста, в комментариях, кто покупал такие мочалки, как они в эксплуатации. 138,50. Фонарь кемпинговый, аккумуляторный, на солнечной батарее. Зарядить его можно двумя способами – от солнца и от сети 220 вольт. От солнца он заряжается 15 часов, от сети 4-5. А время непрерывной работы – 2-3 часа. Имеет два типа свечения – направленный и рассеянный свет. Его размер 138 на 94 мм. Направленный свет включается с помощью кнопки, которая расположена на корпусе фонаря. И смотрите, он работает. Я даже не ожидала, что он может быть заряжен. И похоже, что у него есть еще USB-разъем, но в комплекте USB-кабеля нет. В комплект только входит провод для зарядки от электросети. Китай – 452 рубля. И переходим в отдел с продуктами питания. Посмотрим, что здесь появилось полезного и интересного. Кетчуп «Кубаночка». Производитель гарантирует нам высокое качество. Есть шашлычный, видимо, поострее, потому что в составе присутствует перец и пряности. И просто томатный, но в его составе также есть перец чили, пряности и разные добавки. 900 грамм, 89 рублей. И понравился мне ореховый коктейль. Посмотрите, орешки светлые и выглядят очень свежо и аппетитно. В состав набора входят кэшью, миндаль, фундук, грецкий и бразильский орех, арахис, фисташки, изюм темный и светлый. 500 грамм, 289 рублей. Ядра орехов миндаля, пастеризованные. Выглядят тоже неплохо, среднего размера, дата фасовки апрель 2023 года, срок годности 12 месяцев. Цена за 500 грамм 356 рублей. И еще одна вкусняшка, бананы вяленые. Вес упаковки 200 грамм. Очень люблю такой продукт, но обычно готовлю его сама из свежих бананов в электросушилке. Дата изготовления – ноябрь 2022 года. Вьетнам – 79 рублей. Уксус яблочный, 6%, объем 500 мл. Упаковка – пластиковая бутылка. И обратите внимание, что при употреблении его необходимо разбавить водой 1 к 1. Стоит 33 рубля. Пищевая добавка – регулятор кислотности, лимонная кислота Е330. Ее используют, когда необходимо достичь нежной кислоты блюда. Вес упаковки 200 грамм, стоит 43 рубля. Консервированный продукт – ветчина домашняя. Масса нетто – 325 грамм. Основной состав – свинина, вода, желатин, соль. А также в составе присутствует влагоудерживающий агент полифосфат натрия. Адрес производства – Алтайский край, 81 рубль. Соус азиатский тофа в ассортименте. Упаковка – стеклянная бутылка. Вес – 300 грамм. Есть соевый соус терияки. Кому интересен полный состав, можете ознакомиться, его хорошо видно на экране. Дата производства – 17 мая 2023 года. Следующий – это острый чили соус. В составе перец чили, сладкая паприка, крахмал, сахар, соль и так далее. И кисло-сладкий чили соус. Также можете ознакомиться с составом, показываю крупным планом. Стоимость соусов 78 рублей за бутылочку. Масло горчичное, нерафинированное, коричневое, горлинка,
Высший сорт, упаковка 1 литр. Согласно информации на упаковке, это натуральный продукт, полученный путем холодного прессования. Масло подходит для салатов и соусов, а также для жарки, выпечки и консервации. Изготовитель – город Волгоград. 113 рублей. И заходим в холодильник. Здесь, как обычно, очень свежо. Давайте по-быстрому посмотрим, что здесь есть нового. Дыня-торпеда, Узбекистан. Цена за килограмм 60 рублей. Виноград, дамские пальчики. Выглядит неплохо, и обычно он очень вкусный. 127 рублей. Нектарины. Не очень крупные, но спелые. В основном целые, порченных практически нет. Имеют приятный вкус и аромат, и отлично подойдут для заготовок. Мне нравится из них делать компоты на зиму. Цена за килограмм 92,50. И еще есть свежая слива. Она вся целенькая. Посмотрите, на вид очень хорошая. Но твердая. Думаю, что ей нужно еще немного полежать. Цена за килограмм 83 рубля. Голень индейки. Прям свежая-свежая. А мне недавно с ленты по доставке привезли. Выглядела гораздо хуже. И купила я ее за 234 рубля. А здесь 158. Сосиски нежные, охлажденные. Семирель. Халяльные продукты. Цена за килограмм 180 рублей. В пачке чуть больше килограмма на 193 рубля. Основной состав – мясо птицы, вода, мука пшеничная. Дата изготовления – 22 июля 2023 года. И также продукт халяль – сардельки мусульманские. Цена за килограмм – 168 рублей. В упаковке более 2 килограмм на 356 рублей. В составе – мясо птицы куриное, вода, мука пшеничная, соль, пряности и прочие добавки. Сосиски ганноверские. Мясной продукт категории «Б». В составе свинина, вода, мясо птицы механической обвалки, мясо индейки, белковый стабилизатор, свиные шкурки. А еще жилка говяжья, крупа манная и мука рисовая. 158 рублей за килограмм. И еще этого же производителя, крестьянское хозяйство Макарова. Изделие колбасное, вареное. Из мяса птицы, третий сорт, шпикачки степановские. Состав: мясо птицы механической обвалки, шпик, шкурка свиная, крупа манная, говядина, крахмал. И еще много-много разных добавок. Все перечислять не буду, кому интересно, почитайте. Цена за килограмм 123 рубля. Колбаса говяжья полукопченая, категория А. Изготовитель: фабрика кухня Ладога, Санкт-Петербург. Основной состав: говядина, молоко, нитритно-посолочная смесь. 364 рубля за килограмм. И еще увидела один халяльный продукт – семирель, сардельки татарские, охлажденные. Производитель – Башкортостан. В составе – говядина, конина, мясо и филе куриное, мука пшеничная, посолочная нитритная смесь и прочие добавки. 287 рублей за килограмм. Пудинг молочный – фругурт. Вкус – ваниль. Жирность – 2%, без заменителя молочного жира. Вес упаковки – 125 грамм. Стоит 22,50. Йогурт Соло. Персик со вкусом крем-брюле. Марки Экомилк. Дата производства 6 июля. Срок годности до 10 августа 2023 года. Массовая доля жира 4,2%. Изготовлен из натурального молока. Есть еще и другие вкусы. Чернослив и инжир. И яблоко со вкусом карамели. Без заменителя молочного жира, вес баночки 130 грамм, стоит 36 рублей. Био-йогурт «Слобода», обогащен лактобактериями. Жирность 2,9%. И не забывайте обращать внимание на сроки годности. На полочках может попасться просроченный продукт. Дата изготовления 15 июня, срок годности 23 июля 2023 года. И, похоже, который с персиком, здесь весь такой. Пересмотрела несколько упаковочек. И есть еще био-йогурт «Слобода» со вкусом клубники. Вот у него срок хороший, до 27 августа 2023 года. В баночке 125 грамм, стоит 28 рублей. А для любителей садов и огородов пригодится такой товар. Это сидират «Горчица плюс». В смеси два сорта горчицы – полупустынная и ратник. Цена за 1 килограмм – 111 рублей. Кофе «Ля Сора» – растворимый, сублимированный, ароматизированный с каскарой. И согласно информации на упаковке, я его сама не пробовала, обладает насыщенным ароматом с вишневыми нотками. Изготовитель – Ярославская область.
Упаковка стеклянная банка, вес 250 грамм, стоит 244,50. Палатка двухместная, туристическая, упакована в чехол с двумя ручками для удобства переноски. Ее размер 200 на 150 на 110 сантиметров. В комплект входят коли 4 штуки и дуги 2 штуки. Верх палатки изготовлен из полиэфир, а дно из ткани Оксфорд. Влагостойкость 1000 мл, стоит 869 рублей. На этом я заканчиваю обзор магазина «Светофор». Спасибо, что досмотрели это видео до конца. А я, как всегда, жду ваши комментарии и отзывы о товаре. И очень благодарна за лайки и подписки. А я желаю вам отличного летнего настроения, удачи во всех ваших делах и огромного-огромного счастья. И не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До новых встреч и пока-пока!